На. Что ур? Да. Конечно, мяу. По-моему, он сказал привет товарищам. Ой, все. Ну, привет, на. Вот так у нас кот выпрашивает креветку. Маленькая креветка. Танечка оттяпывает по кусочку, чтобы не стало ему плохо. Большие он полностью может сожрать. Да? А что? А. На. Вечерний концерт. И только сегодня он случился. Когда Танечка решила доесть креветки. Сама. Страдала, страдала, что не с кем будет есть креветки. И вот, пожалуйста, кот пришел на помощь. У Танечки челлендж. Попробовать ей накормить, успеть себя и кота одновременно креветкой. Пока еще не бегала за камерой, он орал прикольно вообще. О, он очень долго орал, требовательно. Только сейчас он уже на камеру притих. Боится, что плохие комментарии будут. Ты чё, нормально? Кусь, ты красиво пел. Все. Будет орать так вечно, наверное. По-моему, он кусочек пропустил, Кусь. Вон. Вообще хранилище. Короче, кот ужинает. На самом деле кот не дожрал. О, приветствую. Он опять Он тебе опять просит, я приехал. знаю. Не доел он этот самый кормён, мясо не дожрён. Вот, пожалуйста, креветку зато мы будем выпрашивать, раз паштет не дали. Креветка так вкусная. Да. Любимая будет еда для кусябика. Да? Кусь. Чарли. Принц. Принц, да. Принц! Пришел с улицы. Голодный. Немного пожрал, но не дожрал. Так вот, теперь мы будем просить у Танечки бесконечно креветку. Пока на это не засунет в холодильник. Кусь, тебе еще не надоело жрать эти куски креветки? Еще надоело то, что А, это да. вкусно и Это очень полезно. вкусно, полезно. Вкусно и полезно. Все будет еще орать, прыгать, сигать. На стол он еще не запрыг, а если бы запрыг, было бы вообще прикольное зрелище. Сейчас он только и притих. А то орал. Не знаешь, как описать это. Считай, был концерт. Да что ты на меня смотришь? У меня нет креветок. Нету. Была сосиска, да я все сожрала. Да. Кусю никак это не надоест. Это долго, пока он Это накушается. долгий процесс, да. Пока его успокою, чтобы он не орал. Прямо с ладони берет и кушает немножко.